Всем добрый день. Супруга приехали в районе 11 часов половить вот на VIP-участок. Первую минут 40-50 ловили на железо, поймали только одну, как бы, ну, тишина, спокойствие. После чего решили поменять, поставили резину. И, в принципе, резина прям дала себя знать. Практически в течение 50 минут уже начались поклевки. Все, что вот смог, мы достали, и очень много было обрывов. Даже вплоть до того, что просто уже с подсачника выскакивало. Вот, ну а так, в принципе, довольны, все прекрасно, все хорошо. В принципе, что хотели, то получили. У соседей тоже вот с нами рыбачат, тоже вовсю, они на живца, удочки на живца. Можно сказать, у них тоже уже там в районе 10-11, поэтому все процветает, все прекрасно, хорошо. Присоединяйтесь, ловите. Все, спасибо.